Доброго времени суток вам, мои дорогие! Перед вами комплекс уход для чувствительной, сухой и нормальной кожи. Хочу показать вам вот кремушек для лица 50 мл. Приходят коробочки. Он зафольгирован. То, что меня очень радует. Так, вот. Так вот. Хочу показать вам. Я ним пользуюсь. Какой он. Очень нежная текстура. Очень. Прям такая легкая. Он, кстати, этот крем много выдавила. Этот крем, получается, он даже может убрать с лица венозную сеточку. Представляете? Так что вот такое вот красота. Аромат великолепный, увлажняет прекрасно, балует наши ручки. Поэтому такое вот. Так, тоник для лица 225 мл. Все приходит тоже закрытое, просто я ними пользуюсь, они у меня раскрытые уже. 225 мл, вот, пожалуйста. Здесь вот так вот раскрывается. Аромат, конечно, шикарный. Сейчас я капельку. Ну, жидкость, конечно, что я могу показать. Это жидкость очень приятная, которая тонизирует нашу кожу лица, которая делает баланс, pH-баланс после всех уходов, что мы делаем. Мицеллярочка, умывание водичкой с разными средствами. Потом тоник обязательно, который помогает выровнять pH-баланс нашего уровня кожи. Очень нужная вещь. Это у нас гель для умывания. Это очищающий гель. Его нужно, как обычно, нанести на влажные ладошки. Растереть по влажной коже лица аккуратно массирующими движениями. И смыть прохладной водой. Так, сейчас мы вам покажем. Чудо. Вот, густое, видите? Очень густой. Прям густой. То есть его надо очень-очень-очень мало. Он экономичен, он хорошо размыливается, великолепно. Он очень нежная текстура. Аромат еле уловим. Еле-еле такой, просто свежесть. Я воспользуюсь салфетками. Сотру это с кожи. Так. Дальше у нас идет великолепный, получается, бальзам, крем-бальзам. Здесь у нас 110 мл. Он приходит в коробочке. Наш доктор Туна, легенда фармаси. Он приходит в коробочке. Вот. Такая вот красота. Пожалуйста. Так. Боже, аромат такой сейчас у меня в ванной, просто сказка. Такая вот у него, я раскрыла, конечно, то, что я уже пользуюсь. Такая у него вот консистенция. Сейчас я возьму лопаточку, свою помощницу. Возьму, он, смотрите, он прям очень туго туда, он как будто бы как мед, как засахаренный мед. Такая вот, и его надо минимальность. Его надо минимальность. Вот этого мне должно хватить на две мои ладошки. Аромат — это что-то нежно-нежно-цветочное. Нежное. Он прекрасно справляется с вопросом увлажнения. Он прекрасен. Мне хватает этой капельки на две мои ладошки. Получается, что этот крем-бальзам, он заживляет трещинки, он спасает, когда вот порезы какие-то, не происходит воспаления. Воспаления не будет, когда порезы на вашей коже. Он потерю влаги сохраняет, чтобы влага не терялась, получается, с вашего тоже тела. И получается, что его формула такая, знаете, нежная текстура. Смотрите, какая красота. Самую огрубевшую кожу, когда вот есть такие люди, которые работают на тяжелых-тяжелых работах, и вот самую тяжелую, такую
грубую, наработаны такие ручки, где какие-то трещинки, все заживляет, все помогает, чтобы все было в прекрасном, прекрасном таком, знаете, состоянии восстановить. Все идет, эта линейка идет на восстановление. Успокаивает раздражение. То есть она, эта масляная формула защищает от солнечных ожогов и создает такой, знаете, барьерчик, чтобы негативные факторы не влияли на вашу кожу. Очень такой концентрат прям густой, и это очень сильно полезно, потому что это уход для ежедневного применения, поэтому его нужно, видели, минимальность, и смотрите, мои ладошки блестят, то есть вы видели, сколько я взяла, это очень экономично. Так, дальше у меня идет шампунь, которая прекрасно защищает наши волосы от разных факторов, потому что мы же, получаемся, волосы сейчас будут, солнышко уже начинается, уже как бы внешне нас надо, чтобы наш волос был не пересушен, а увлажнен. И этот шампунь подходит для чувствительной кожи головы, когда вот есть такое склонное к покраснениям, раздражение, зуд, сухость, этот шампунь очищает, одновременно увлажняя и успокаивая кожу, кожу головы, восстанавливает баланс влажности в коже. Будет здоровая кожа, будут здоровые волосы. 225 миллилитров. Здесь тоже очень удобно. Тоже хочу вам на ладошку сейчас показать. Смотри, какой густой шампунь. Густой прям, вы видите, густой, капелька, как вот, как сироп, смотрите, то есть он экономичен, то есть его много не надо, он прекрасно распенивается, размыливается, и волосы будут ваши здоровые, кожа головы будет здоровая, сияющая здоровьем, поэтому, конечно же, и будет красота волос ваших. Так, и как же у нас без увлажнения, это у нас получается увлажняющий лосьон для тела. Рекомендуем применять после душа. Здесь такое вот съемное такое вот. Я пользуюсь, не взяла сюда свой раскрытый, к сожалению. Не взяла показать для демонстрации. Я ним пользуюсь. Текстура очень приятная, очень нежная. И он сохраняет кожу мягкой на протяжении длительного времени. Он быстро впитывается, проникает в глубокие слои нашей кожи, интенсивно питает и увлажняет кожу тела. Секундочку. Так. И получается, будет у вас кожа нежная, прекрасная, увлажненная, с прекрасным ароматом, то есть защита вашего тела. И, конечно же, наше мыло. Мыло Календула, оно приходит в такой вот красивой упаковочке. Видите? Так, сейчас перевернем. 125 грамм. У меня есть раскрытое, которым я пользуюсь. Аромат неимоверный. Пахнет великолепно. Пахнет, конечно, очень сильно. Большой, это прям такой большой кусочек Доктор Туна. Оно прекрасно очищает ручки наши, нашу кожу. Оно подходит особенно для сухой кожи. Натуральные ингредиенты, получается, в составе мыла, они бережно, очень нежно очищают нашу кожу, обеспечивая оптимальность, чтобы сохранить влагу в коже, чтобы убрать, вдруг какие-то там есть трещинки, чтобы это все продезинфицировать, календулы, масло. Это же целый кладезь здоровья, кладезь витамин, и которая защищает наш слой кожи, чтобы он у нас был здоровым, крепким, прекрасным. И поэтому она, это масло календулы, помогает увлажнить, восстановить ее. И если вдруг у вас чувствительная кожа, а уход вот подобрали немножко неправильно, и кожа может стать еще более уязвимой, понимаете? То есть она теряет влагу, теряет свои защитные свойства. Наша кожа, она защищает все наше внутреннее, правильно? И поэтому надо, чтобы уход был на 100% прекрасен.
И вот масло кожи, получается, оно снимает раздражение, снимает сухость, вот эти трещинки разные. Все она делает, чтобы все воспалительные процессы не происходили, а наоборот затормозились и восстановилась наша кожа. Так что у меня ручки, мое тело прекрасное. Поэтому такая линейка чудесная, которая имеет интенсивное увлажнение, специальное питание для нашего тела, для наших волос, ногтиков, ручек. Поэтому она рекомендуемая, она действенная, она высокорезультативная, высокоэффективная, чтобы кожа наша была восстановленная, обновленная и прекрасно увлажненная. Поэтому серия календула с маслом календулы получается от доктора Туны Фармаси. Очень прекрасно за наше тело, наше здоровье. Она помогает, потому что мы получаем восстановление, мы получаем питание и увлажнение. Поэтому, пожалуйста, будьте здоровы, всего самого наилучшего, чтобы у вас все получилось самым лучшим образом. Благодарю вас за ваше время, за ваше внимание. С вами была Наталья. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя.